устройство следить за прилегающей территорией. А на сколько метров? На 10 метров? Да. Да. 30 метров. Поэтому под протокол, пожалуйста, помечайте, что руководитель этой организации в течение 10 дней должен навести порядок от забора 30 метров, подстричь траву. И, соответственно, вот эта незаконная реклама, которая находится, стройматериалы, цемент, герои, это, соответственно, все должно быть удалено. Если нет, соответственно, будет вызывать на комиссию, привлекать к ответственности. Дать время 10 дней. Если, соответственно, это будет сделано, вопросов нет. И по подсветке забора мы определили архитектурно-художественный регламент. То есть серый цвет, да, забор. Это как на въезде. Въезде, значит, со стороны государства. С левой стороны забор, там серый цвет, начинаем приводить порядок, соответственно, другого цвета не должно. Но предупредить письменно, дать срок 10 дней. Траву здесь, соответственно, до дороги убрать, весь мусор и незаконную рекламу снять. Ну, это еще раз, как говорится, говорит о том, что мы все руководители предприятия готовы перестраиваться в порядок. То есть есть вот у него закуток, и ладно, и хорошо. Но я думаю, люди, которые живут у себя дома, они еще и в квартире наводят порядок, и где-то еще, где-то рядом находится территория, кто также принимает участие, особенно в частном секторе. А это получается черта города. Наверняка какие-то заказы делает вместе с тем, к сожалению, устраивает то, что внутри, а то, что территория города, ну, это неправильно. Нужно все-таки менять психологию определенных руководителей предприятий. Этих руководителей мы будем поддерживать. Так, мы идем в следующую предпринимательную.